Гоген Солнцев снова напомнил о себе желанием жениться. Новой избранницей 42-летнего экс-участника «Дома-2» стала 83-летняя пенсионерка, которую он на днях представил публике. В своем телеграм-канале он опубликовал фото с неизвестной дамой преклонного возраста в свадебной фате и назвал ее новой невестой. «Моя новая невеста. 83 годика, а кто даст? Красотка и сексуальная малышка. Ждем, пока чуть-чуть детка подрастет, годиков до 85, и поженимся с ней всем завистникам и шаромагам назло. Люблю тебя, моя игривая проказница», заинтриговал подписчиков Солнцев. Кем является его новая возлюбленная, где и как они познакомились и когда ожидается торжественная церемония бракосочетания, шоумен не уточнил. Напомним, ранее Гоген был женат на 66-летней Екатерине Терешкович, брак с которой закончился скандалом. Солнцев пожаловался на экс-супругу в правоохранительные органы, а Терешкович утверждала, что сама собиралась отправить мужа в тюрьму.